Ямаха 9.9 после утопления был отправлен в сервис. После сервиса приехал частично обслуженным. Человек обратился, нет малых оборотов. В итоге после утопления проблема с жиклерчиком, поплавочной камерой, замена иголочки. Там она в коррозии, непонятно почему. Почему на сервисе не заменили, не ясно. В итоге сейчас он подключен. Вот. Кратковременно пустим. Все прекрасно работает. Сильно не будем его гонять. В общем, человечек сейчас приедет и заберет ее. Сезон, все купаются. Это так, ребят, просто, ну, по сервисам не знаю по какой причине, но в общем фильтра такого типа волосяные, вот, прозрачные, лучше не ставить. Тонкой очистки автомобильные они как-то практичнее. А почему? Вот в этой колбе очень часто наблюдаются волосы от этого фильтра, потому что фильтр очень дешевый. Ну, соответственно, могут попадать как минимум, чтобы не было на исключительно рабочем движке проблем. Ну, в общем, Ямаху победили вот это. Все нормально.